Так, друзья, всем привет, мы вновь на Ческом. Протерикс. Французиш, да? Так, поехали. Ох ты, H4. Интересно, девки пляшут. Так, давайте C5. И на D5, B5 пойду, в стиле Волжского гамбита. Мне кажется, H4 там не самый полезный ход, честно говоря. Так, поехали. Профтерикс. Маленький мой, давай ходи уже. Сейчас H5, нет. Думал, H5 ломанется, но нет. Слон H6. И все идет по плану, да? Конь C3. Так. Слон G7. Давайте пока D6. Пока мест H5 ломится. Ну давай. Будем быть. Так, ну что, ладья H5. Нет. Спрашивается, зачем ты пешку жертвовал? Загадка тысячелетия. Так, ну слон G7, наверное. Или конь D7. Слон G7 или конь D7. Давайте слон G7. Конь F4. Так, бить или не бить? Вот в чем вопрос. Побьем, наверное, да? Да, и вот здесь one moment. Так, конь D7 надо пойти. Фес D2. Так, здесь вот H5 тоже хочу пойти. Чтобы не было всех этих поползновений. Так, 2-0, ладья B8, конь E5. Конь E5 смотрится. Так, что, бесстрашный? Ты что, бесстрашный воин, что ли? Сейчас опять конь c4, конь b2 грожу. Так, между прочим. Ну, естественно, что у черных здесь просто большой перевес, на мой взгляд. Так. А что-то здесь уже должно быть. Конь c4, фес c2, да? Конь b2, фес b2. Ничего там нет. Ладья b8, да? Ладья b8, на b3, c4 пойду. Тут. Да, извиняюсь, друзья. Так. Конь c4, это угроза. Да, на b3, c4, да, хорошо смотрится. Так, ну теперь у меня могучий слон, могучее животное. И учитывая, что я не сделал рокировку, я начинаю прямую атаку на короля. Ладья H4. Так, и надо как-то его красиво закончить. Красотушечку выписать ему. Хотя бы подключить на королевский фланг. Но пока непонятно, как это сделать. Фес b4, да, наверное. Вот так вот. И на b2 хочу убить. И фес g4 хочу подключить. Да, позиция уже не держится, на самом деле. Я в этом категорически уверен. Так. Фес Е3. Так, а что я хочу? Кстати, можно еще и вторую на Б4 загнать. Ляпота будет, да? Все фигуры должны участвовать в атаке, друзья. Это золотой принцип. Так, а как он пошел? Что-то я пропустил. А, фес Е3, да? Фес Е3 он пошел. Так, ферзь g5, наверное, да? Ладья bg4 хочу пойти. Ага, он все-таки выключает. Но здесь уже я ему свет выключу.
Шах дал, просто и забрал на c1. У меня уже лишняя ладья. Да, друзья, вот такая вот победа. На самом деле все это чушь, вот эти вот h4. Ну, видите, моя реакция c5, b5, Селибовского гамбита, и спрашивается, а что забыла пешка на h4. Надеюсь, вам понравилась данная партия. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.